Ну чего ты сердишься? Отстань от меня! Из-за тебя поссорились со всеми! Ладно! О, а давай еще раз попробуем посадить. А? Вот ведерко. Актеры не перестают экспериментировать. На этот раз они подготовили продолжение сказки про Лунтика. И, конечно, разум и доброта вновь победят глупость, жадность и грубость. А началась история театра сказок, название которому, кстати, придумали сами ангарчане 30 лет назад. Тогда во Дворце культуры нефтехимиков начали показывать небольшие представления. Все прошедшие годы авторы пишут сценарии, песни и сказки пользуются неизменной популярностью и любовью маленьких ангарчан. Конечно, коронавирус внес свои коррективы в работу дворца. Ведь раньше бывало, что представления давали по два раза в день, а в кассу за билетами стояли очереди. Многие сказки продержались на сцене по полтора десятка лет. Стоит надеяться, что пандемия отступила, и театр продолжит радовать своих зрителей очень-очень долго. Альберт Домнин, Алексей Резник, новости 360 Ангарск.